Важно отметить, что в условиях пандемии регламент проведения первенств очень строгий. Все участники, судьи и тренеры прошли тестирование на коронавирус. Санитарные нормы как никогда серьезны. Дезинфекция чаши, бассейна и трибун усилены. С 1 по 5 декабря в Саранске на площадке Дворца водных видов спорта проходят первенства России среди юниоров и юниорок, юношей и девушек по плаванию в бассейне 50 метров. В столицу Мордовии прибыли лучшие спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет. Это порядка 700 представителей 65 регионов страны. Мордовию на этих соревнованиях представляет команда спортивного центра «Старт». Это порядка 10 человек. В течение 5 дней пловцы пройдут практически все олимпийские дистанции – 50, 100, 200, 400, 800 и 1500 метров разными стилями. Среди них кроль, баттерфляй, брас, плавание на спине. Юниорские и юношеские первенства России – соревнования плановые, обычно проводятся весной и по отдельности. График состязаний в этом году изменила пандемия. Всероссийские награды найдут своих обладателей только под конец года. Эти соревнования – это смотр резерва, составляются списки сборной команды. По итогам этих соревнований сильнейшие входят в состав сборной команды, в резерв состав сборной команды России. Ну и, естественно, осмотр всего нашего хозяйства юношеского в это время происходит. В резерв сборной попадут все, кто покажет наилучший результат. Всего 8 человек. Отбираться на соревнования более высокого уровня европейского и мирового. Пловцы будут уже в следующем году. Победители и призеры получат также медали, грамоты и спонсорские призы. Ирина Семенова, Денис Ноздрюхин. Народные новости.